Наша маленькая экскурсия на щенячник в Барнауле. Аврора тут у нас носится, знакомится со всеми, играет. Дагон тут не любит, потому что тут стреляют, и он как бы говорит, да ну нафиг. Ну, тут такие все красивые собаки, всякие разные. Скажи, ой, да такие собаки там. Это чтобы оценить размер Авроры по сравнению, допустим, со щенком. Со щенком, кто там у нас, Джек Рассел, и щенок, кто-то у нас, по-моему, как он, французский бульдог. Вот, такой борзой щенок. А вот взрослая борзая. Взрослая на общем фоне, да? Дагон, ну хорош уже очковать, пошли. Ты мой хороший малыш, не очкуй. Дагона лучше не тратить, он не гладить, он не любит. Счастливая собака. Она! От молодец, Аврора. Молодец. Молодец. Да, да. Молодец. 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 Хорошая девочка. То молодец. То хорошая девочка. Со всеми наигралась? Или еще будешь играть? Молодец. Дагон тоже умничка. Иди на ручки-то поцелую. Скажи, иди нафиг со своими наручками. Ты мой сладенький малыш. Чего ты там боишься-то так? Это русская борзая, да? Да. Побежала. Где-то скрылась в кустах. Аврора, далеко! Аврора! Далеко, да?